Беларуси продолжается досрочное голосование на парламентских выборах. В первый день на участке пришли почти 4% избирателей. Накануне свой выбор сделала глава Центра избиркома Лидия Ермошина. Говоря об итогах первых дней, она отметила, что в плане активности электората это традиционное начало. Обычный показатель досрочного голосования в Беларуси – 25-30%. Напомним, отдать свой голос заранее можно до субботы включительно. Избирательные участки открыты с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. Выборы назначены на 11 сентября. Паралимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро открыты. Церемония прошла на стадионе Маракана. В параде атлетов приняли участие и белорусы. В составе сборной 21 спортсмен. Они выступят в 5 видах спорта – легкая атлетика, плавание, дзюдо, фехтование и академическая гребля. Первые награды Паралимпиады атлеты разыграют уже сегодня. В белорусской команде особое внимание пловцам. Александра Сватковская выступит на дистанции 100 метров брасом. Пятикратный чемпион Паралимпиады 2012 года в Лондоне Игорь Бойкий выйдет на старт на дистанции 100 метров баттерфляем. Соревнования будут длиться до 18 сентября. Разыграют 528 комплектов наград. В Москве открылся литературный форум «Международная книжная выставка». В этом году она собрала участников из 37 стран. Белорусы познакомят читателя с историей своей страны. Особое внимание теме Великой Отечественной войне. Также представлено второе издание книги «Франциск Скорина на языках народов мира». А для самых маленьких – книги с картинками.